В теннисном центре Румянцева определились победители и призеры турнира недельного цикла РТТ «Весенний кубок». Турнир российского теннисного тура, который регулярно проходит в нашем теннисном центре, для того, чтобы наши игроки тверские, которые занимаются особенно в группе специальной подготовки, могли получать возможность играть с лучшими юниорами России, потому что наш турнир всегда собирает очень хороший состав участников, очень сильный состав участников. В этот раз по разные стороны сетки встали спортсмены 14 лет и моложе из Москвы и Московской области, Новосибирска, Костромы, Ярославля, Рыбинска, Чебоксар, Воронежа, Саратова и Твери. В условиях острой конкуренции хозяева старались ни в чем не уступать гостям. Правда, среди юношей ни одному представителю Верхневожья не удалось покорить пьедестал почета. Лидером здесь оказался Егор Поддубный из Дубны, а второе и третье места заняли москвичи Даниил Павленчук и Ярослав Костюк. У нас неплохо выступили и мальчики, но состав у мальчиков был настолько в этот раз серьезный, что кому-то пробиться в призовые места не получилось. Хочется отметить, что и микропобеды есть. Например, Упский Арсений почти что 3 часа проводил свои встречи, бился до последнего, проигрывая почти что безнадежно, смог выиграть свою первую игру. Я думаю, что для него это была самая такая важная вот моральная, психологическая победа на тайбрейках. 7-6, 7-6. Очень тоже эмоциональная была игра, так что не только девочки кричат «Камон! Вперед! Айде!», но мальчики иногда тоже устраивают такие теннисные небольшие триллеры. Что касается женской части турнира, бронзу весеннего кубка завоевала гостья из столицы Анастасия Матвеева. А в финале не обошлось без приятных сюрпризов. В борьбе за золото соревнований сошлись тверитянка Алиса Хрусталева и москвичка Сания Салихиддинова. Матч оказался очень драматичным, однако домашний корт стал счастливым именно для Алисы. Первый сет выиграла Соня 6-4. Второй сет я одержала победу 6-1. Третий сет я проигрывала 2-5 и потом выиграла 7-5. Под руководством наставницы Елены Кашиной Алиса занимается теннисом 6-й год. Сейчас девушка тренируется 5 раз в неделю. Групповые занятия чередуются с индивидуальными. Сюда же добавлены тренировки по ОФП и СФП. Так выглядит, да, очень легко, а на самом деле очень трудно. Надо мячи догонять, удары сильные делать. Добавим, что победителями дополнительного турнира стали тверитянка Диана Магомед-Шерифова и Кирилл Косташенко из Клина. Рейтинговые очки – это не самый главный показатель. На этом турнире были девушки, которые имеют значительно больше рейтинговых очков, нежели чем сегодняшние финалистки. Однако именно как раз в игре показывается мастерство, умение, и зачастую некоторые очки, они, так сказать, надутые бывают. Главное – показывать себя на корте, как это можно сделать. Так, у нас задача, которую мы объективно ставим, это вхождение в сотню лучших теннисистов России и попадание на чемпионат России в одиночном разряде.